соревнования складывались очень тяжело для меня. Сначала программа была эстафетная гонка, где я бежал четвертый этап. Мне очень тяжело бегать четвертый этап, потому что это самый тяжелый этап, самый ответственный этап. После обеда было немного полегче, настроился, спокойно настраивался на следующую гонку, которую я, не скажу, что с легкостью, можно сказать, где-то была удача, где-то я сам, так сказать, поднажал, выиграл. А в связку Sprint Pursuit уже настолько сильно эмоционально устал, что бежал из последних сил. Но в целом я доволен результатом. Две золотых медали плюс личный хрустальный глобус. Я думаю, это многого стоит. Результатом мы остались довольны. Вот, все-таки после такого выступления хорошего флагом помахали, гимн послушали. После Олимпиады нам там не разрешили это сделать в ряду обстоятельств. Но ребятишки наш порадовали. Мы хоть реально послушали все это дело. Очень приятно слушать гимн. Такой весь год тренируешь ребятишек. И в конце такой выход. Только ради этого можно, в принципе, заниматься этой работой.